Все когда-то бывает первый раз. Сегодня, к сожалению, у Амкара первое поражение. Как вы оцениваете игру? Сегодня не было игры. Сегодня, во-первых, сегодня нам дали Соснову 4 человека. И поэтому те как бы, это групповые взаимодействия, которые мы отрабатываем на тренировках длительное время, об этом говорить не приходится. Поэтому игра была какая-то скомканная. И той игры, которую мы как бы тренируем, ее не было. И была просто... Ну, не было взаимопонимания, поэтому игры не было. Некоторые подумали, что, видимо, у нас сегодня такой хороший состав, что Сосновы дают. Сосновы, я считаю, что не выложились полностью, поэтому я еще раз говорю, мы можем проиграть любому сопернику, но если мы будем проигрывать по игре. Но мы сегодня сами просто проиграли соперника, который играл 2 дня назад, а мы играли 4 дня назад. Мы были свежее намного, 2 раза. Но при этом нас сегодня Кубань переиграла, поэтому... Впечатления очень плохие, и ничего хорошего в сегодняшней игре сказать не могу. В начале матча все складывалось довольно удачно в пользу Амкара, но не удалось забить, и после этого игра как-то вот переместилась к нашим воротам. Нет, в первом тайме мы сыграли минут 10-15 всего. Были шансы какие-то там, полумоменты. Был 100% момент у Вадика Чухонца, когда он головой пробил, вратарь отбил. И все, и после этого игры вообще не стало. Постепенно Кубань взяла нити игры в свои руки. У них стали появляться моменты, и команда хорошая. Хорошая команда, они много создают моментов, они создавали, мы просматривали игру. Я им на установке сказал, что нам не хочется быть командой, которая именно все-таки залетит какой-то гол. Но сегодня так и произошло. В первом тайме нам, чисто говорю, повезло. А во втором тайме какой-то полумомент, удар мимо ворот, но желание человека забить. Человек поставил ногу, забил гол, и все. И после этого у нас вообще... Мы сегодня просто ходили пешком. Пешком. Мы сегодня себя жалели. Сегодня мужика я на поле не увидел ни одного. А после перерыва вы сразу сделали 5 замен. С чем это связано? Нет, так и было запланировано, потому что у нас лимит. Во-первых, то, что трое играло, Сослан Таказов, Шаваев и Брайан Идоу, которые это лимит, могут играть 3 в первом тайме. Они сегодня только по тайму. Нам пришлось полностью... перестраивать всю схему игры, кого-то перестраивать не на те места, на которых они играют, и поэтому пришлось 5 замен сделать, чтобы какой-то баланс был у нас в игре. Но, еще раз говорю, сегодня ни баланса, ни игры, ни самоотдачи, ничего не было. Сегодня просто приехали в теплый край, где 40 градусов, отдохнуть, видимо, приехали, не знаю. Это обидно.